best to go top of the Premiership tonight. The responsibility rests with Ruud van Nistelrooy. Oh, he's missed it! He has hit the bar! Over it. It's the final whistle. And Arsenal do get their draw, but it's not finished yet. They're all around Ruud van Nistelrooy. Well, Martin Keown was in his face right after he missed the penalty. He's spiky at the best of times, Mark. There's another fight going on between Lauren and Giggs. There are people off the bench trying to pull the play. Один из самых долгожданных матчей европейской осени. Манчестер Юнайтед во всем блеске своих знамен принимает Арсенал во всей славе его сумасшедшей, непробиваемой. Уже бог знает сколько матчей в английской премьер-лиге силы. Манчестер Юнайтед Арсенал. Манчестер Юнайтед Арсенал. Не хочется говорить ничего кроме. Потому что у каждого может быть абсолютно свой смысл в Арсенал. 60 побед Манчестера. 54 победы Арсенала. И 36 ничьих. Но все это история древняя. А нас интересует история сегодняшняя. История нынешнего чемпионата, которая происходит, творится. Эшли Коул, третий. Средняя линия, восьмой номер, скорость на левом фланге. Прострел в штрафную, опасно. Руни, удар! Скоулс. Снова Руни, будет бить. Прострел, пас назад. Руни, будет бить. Прострел, пас назад. Опасно, принимает мяч на себя. Коло Туре. Хайнце. Хайнце слева. Уже можно делать подачу. Хайнце делает удар. Значительно выше цели. Арсенал владеет сейчас территорией. Анри. Хороший момент может получиться. Юнгберг. Неужели это фол последней надежды? Да нет, конечно. Юнгберг подработал мяч себе на ход. Бросает пару грязных ругательств вслед упавшему сопернику Рио Фердинанд. Нет, они столкнулись. Это был удар плечо в плечо. Это никак не фол. Опасно. Рейес. Пас в штрафную. Надо забивать. Подача Роналду. Еще одна подача. Роналду. По-другому нельзя было сыграть. Только в касании. Мяч летел довольно высоко. Выходит на первый, может быть, план. Опасно. Опасно. Кэмпбелл принимает простое решение. Опасно, Роналду! Там до удара не могло, наверное, дойти. К этому матчу, может быть, в состоянии на данный момент сыграть. Опасный момент. Так вот, несмотря на все это, счет-то 0-0. Сейчас на 42-й минуте матча. Но мы с вами не знаем, что... Еще один дальний удар. И снова Роналду, он уже ушел в центр. Сейчас Майк Райли свистнет. Да, он это и делает. Что ж, я думаю, что последние 47 минут нашей жизни прошли не зря. Небольшой перерыв, и мы продолжим. А дальше разберемся, кому это пошло на пользу. Манчестер Арсенал 0-0 после первого тайма. Перерыв серединной отметки. Это совершенно не важно сегодня. В нападении 10-й Бергкамп, 14-й Анри. А сейчас угловой разыграли манкунианцы, и Скоулс пробил издалека. Встретил его здесь Хайнце. Юнгберг пролетает мяч на Рейса. Удар! Травме, возможно. Опасный момент. Ой, как только рикошетов. Гарри Невилл носит мяч от ворот. Бить, удар. Идет штатной площадке. Передача опасна. Энри не мог поверить, что этот мяч приходится к нему прямо в ноги. Там он еще и в игре, по-моему. Рейес. И угловой. Что же там случилось у углового флажка? Дает.
Отличная подача. Ох, какой момент. Сейчас бы пробить из этого положения. А это Андрей Хайнц. Удар. Конечно, великолепное приобретение. Хайнц, конечно, центральный, по сути, защитник, но... Легко уходит Анри. Пас в штрафную. Нистелрой вне игры. Нистелрой, конечно, недоволен. В общем, пока оборона, планировавшаяся заранее. Такую большую работу проделал сегодня Рейес. Может, он хотел утомить. Роналду. Нистелрой. Руни, простите, это был. Пенальти! А что вы хотели, друзья мои? Майк Райли был в идеальной позиции для оценки этой истории всей. И сейчас мы увидим, как Арсенал пойдет спасать свою беспроигрышную серию. 1-0! Патрик Вейра получит желтую. Разбили на мяч у Арсенала. Пирес, Анри. Коло Туре, можно бить. Удар. Встречают, как всегда, Роналду, Эду и за ним Коул. А это фол. У Эду не было. Короче, сейчас будет. Наверное, да. Пропущенного гола. И состоялся этот выход вперед. Второй пенальти надо назначать. А как еще интересно? Это разве не нарушение правил было? Подача, опасный момент. Головой играет Фердинанд. Может быть, и подустал Криштиану. Кое-кто встает. Хороший матч провел Роналду. Да, он не переиграл Коула, но он нагрузил. Это больше чемпионата, больше целого первенства. Удар. Выше ворот. Счет матча был нарушен. Равновесие в счете было нарушено. А хватит ли этого, чтобы выиграть матч, что потом мы долго-долго говорили о цене. 1-1. Лемон ногой останавливает мяч. Икс, пожалуй, перемудрил. Он обыгрывает соперника. Пас в направлении Коло Туре. Коло Туре падает. Что такое? Вставай, кричит Фил Невилл. И раз Коло Туре встает, значит, пенальти. Беркамп. 2 минуты сыграны из 4. Икс. Саа. Надо идти. Смит. Руни, гол! С днем рождения, дорогой! Может быть, вы скажете, недорогой? Очень, очень дорогой. Было небезопасно. Два ноль. Финальный свисток. Матч окончен. Мы с вами видели, как закончилась великая беспроигрышная серия Арсенала в Премьер-лиге. Пожалуй, она закончилась там, где и должна была закончиться. Пожалуй, это единственное место. Конечно, жаль, ребята, конечно, жаль. Сол Кэмпбелл. Но что поделать, вы защитник. Вы именно этим и рискуете, когда
играете в отборе. Что поделать, Арсенал? Когда ты отыгрываешь на последних минутах, ты рискуешь, ты открываешься.